Ежегодно в Российском центре науки и культуры в Праге в преддверии новогодних и рождественских праздников проходит большое количество детских спектаклей, елок и развлекательных программ. В этом году новогодний сезон открыл театр юного зрителя «Прометей» из Германии. Уважаемые друзья, приглашаем всех на наши новогодние праздники. Театр «Прометей» ждет всех в новом году. Театр существует с 2011 года и ежегодно устраивает большие новогодние туры по городам Европы с праздничными представлениями. Новогодние приключения в лесу – это сказочная история о приключениях Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги и других лесных обитателей. Эмочка, тебе понравилась елка? Да, ты еще пойдешь на такую елку? Да, и Дед Мороз классный, и Снегурочка, правда? Все было очень замечательно, мы очень довольны, правда? Да. И подарок понравился? И вообще все большие-большие молодцы, правда? Угу. Вот, все, а как показывается класс? А ну покажи. Вот, все классно. Подарки и сюрпризы, танцы и хороводы, новогодний марафон в РЦНК в этом году обещает быть интересным и разнообразным. Представления и спектакли для детей любого возраста, новогодние чудеса и атмосфера волшебного праздника. Счастья, любви, благополучия и всех благ вам в новом году! И крепкого здоровья! С Новым годом! Российский центр науки и культуры в Праге.